Всем привет, это Варлок. Сегодня много классных новостей, многие из них очень крутые. Погнали! Начну с благодарности. Спасибо всем, кто смотрит наш видеоконтент. Наш канал на YouTube достиг 1 миллиона подписчиков благодаря вам. Спасибо, что любите то, что мы делаем, и мы будем стараться делать еще лучше и лучше. Многие трансляции на нашем YouTube-канале попадали в тренды YouTube на первые строчки. Но все это благодаря вам. Огромное спасибо, что остаетесь с нами. Ну и, конечно же, под этим видео вас ждет ссылка, по которой вы можете получить подарок в честь миллиона на YouTube. Еще раз спасибо, что вы с нами. Поторопитесь, подарков много, но нужно успеть их забрать. На прошлых выходных отгремел грандиозный LAN-финал Open Cup 14. 8 команд разыграли 5,5 миллионов рублей. Это было по-настоящему классное шоу. Наши трансляции на всех площадках собрали более 9 миллионов просмотров. Спасибо, что следите за киберспортивной жизнью Warface. Кстати, трансляция в YouTube тоже попадала в тренды. Все это благодаря вам. Уверен, что впереди будет только лучше. В магазине в прямой продаже появился Glock 12C, как обычная, так и золотая версия. Оцените его скорострельность и хороший боезапас. В игровой магазин вернулся FNFAL. Напоминаю, что эта штурмовая винтовка обладает уникальной тактической рукояткой, которая повышает точность при стрельбе от бедра. Ну а если вы хотите почувствовать себя терминатором, то начните с приобретения винчестера, который тоже вернулся в магазин. Уверен, что этот дробовик нравится многим. Оружие, камуфляжи из серии «Драконоборец» можно приобрести в магазине, а также получить за участие в акции за пополнение счета. Также напоминаю, что часть набора можно получить в подарок, перейдя по ссылке в честь миллиона подписчиков на YouTube. Подробнее обо всем можно узнать, перейдя по нужным ссылкам под этим видео. Конкурсы. Конечно же, они у нас идут, и, конечно же, можно выиграть отличные подарки. Ссылки на все актуальные под этим роликом. Еще раз поздравляю всех с миллионом на YouTube. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал и группу ВКонтакте. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!